дорогие бабушки, дедушки мои, поздравляю вас с этим праздником. Желаю здоровья, счастья, побольше правнуков и внуков, не знаю. Ну, что могу вспомнить из своего детства, когда с бабушкой блины лепили. Самые вкусные блины, наверное, у моей бабушки. Со сгущеночкой прям вспоминаются. Вот такие вот прям аппетитные такие блинчики. А с дедушкой он просто постоянно там что-то в КамАЗе возится. Я там смотрел, что он там делает. То есть постоянно такие истории были у меня.